Новые знакомства, новые идеи, новые возможности. Столица Татарстана вновь встречает гостей из других регионов и стран. На площадке Казан-Экспо стартовал Международный экономический форум «Россия и стран исламского мира». В ближайшие дни участники форума обсудят вопросы, связанные с образованием, медициной, малым и средним бизнесом, промышленностью, инновациями, ну и, конечно, индустрией халяль. Казан-форум – это площадка, которая помогает разрешить ряд актуальных вопросов в самых разных сферах. К примеру, в первый день форума состоялась панельная сессия, посвященная вопросам сотрудничества в области науки и высшего образования со странами Организации исламского сотрудничества. Участие в ней приняли представители правительства Российской Федерации, Малайзии и ведущих вузов России и стран исламского мира. Системы высшего образования ряда стран сейчас столкнулись с вызовами глобального мира. И поэтому задачи, которые стоят перед университетами России и исламского мира, сложны, многовекторны, и они общие у нас. Я выражаю уверенность в том, что мы совместными усилиями все-таки сделаем шаги вперед по повышению роли университетов в жизни наших стран. Уже на протяжении многих лет российские университеты налаживают сотрудничество с иностранными коллегами. Казанский федеральный университет, к примеру, совсем недавно открыл филиал в городе Джизак. Следует отметить, что вуз ежегодно разрабатывает с иностранными коллегами совместные проекты. Один из них ректор университета Ленар Сафин представил на площадке «Казан-форум». В целях повышения конкурентоспособности национальных научно-образовательных систем глава КФУ предложил создать сетевой университет стран Организации исламского сотрудничества. Мы предлагаем создание на сетевых распределенных принципах совместного открытого научно-образовательного университета, в который бы вошли заинтересованные ведущие университеты Российской Федерации стран Организации исламского сотрудничества. В рамках сессии Казанский федеральный университет заключил ряд соглашений. Среди них числится соглашение с независимым агентством аккредитации и рейтинга, Бухарским государственным университетом, Таджикским государственным медицинским университетом, Московским государственным университетом имени Ломоносова, а также публичным акционерным обществом «Дальневосточное морское пароходство». На площадке форума также открылась крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов «Russian Halal Expo». Она объединила как предпринимателей, так и ведущие международные организации. В выставке приняли участие и представители Казанского федерального университета. Институт дизайна и пространственных искусств представил участникам форума экспозицию молодых дизайнеров. Иногородние и иностранные студенты вуза отобрали несколько городских объектов и с помощью анимации отразили их особенности. Наш студент Лукуань, мы не понимали, почему он не держит композицию, и здание у него не получается на фотографии полностью. И когда мы спросили, почему у него такой интересный ракурс, он сказал, что здесь же есть небо, в Казани есть небо. И мы посмотрели на фотографии, там действительно оказалось, что большая часть его фотографий занимает именно небо. Он говорит, в Китае смог, в Китае серое небо, очень высокие здания, мы не видим там такой красоты. А здесь, в Казани, я могу видеть вот это вот прекрасное небо. Тоже был очень интересный взгляд, мы погрузились, мы его глазами увидели наш город, ведь мы сами уже не замечаем и считаем это обыденностью. Здесь в основном представлены производственники, да, регионы России, регионы мира, а мы именно несем такую арт-компоненту, которая позволяет немного в таком неформальном контексте взглянуть на Казань, а для кого-то просто познакомиться с городом. Международный экономический форум России и стран исламского мира продлится до 19 мая. За это время участники форума смогут обменяться опытом более чем в 16 направлениях. В том числе затронут вопросы спорта и исламской моды. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.